Газ в каждый дом. В Воскресенске, как и по всей стране, продолжается реализация президентского проекта соцгазификации. Об успехах в поставках голубого топлива в Воскресенск приехал рассказать генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. В ДК Ошиткова на брифинге он встретился с жителями, которые ждут долгожданные трубы к своим участкам в ближайшем будущем. Встречу начали с озвучивания успехов последнего времени. А в Воскресенске, надо сказать, 80% населенных пунктов уже подключили к газу. На сегодняшний день мы уже догазифицировали большую часть, 44 населенных пункта, 78%. Нам осталось не так много в городском округе Воскресенск. Мы идем хорошими темпами. Значит, и что касается графика работ оставшихся населенных пунктов, он есть и на сайте Мособлгаза, есть на сайте администрации. Подобные встречи проводятся во всех муниципалитетах. Общение тет-а-тет помогает на местах решить насущные вопросы. Особое внимание уделяют безопасности. Сейчас каждый владелец газифицированного дома обязан заключить договор технического обслуживания. Это жизненно важно. Техобслуживание необходимо проводить не реже одного раза в год, и не лишним будет оборудовать дом датчиком загазованности. Мы будем постоянно об этом говорить и пытаться убедить жителей Подмосковья, значит, ответственно относиться именно к обслуживанию оборудования и к возможной системе контроля за газованностью как дополнительный элемент, который вам позволит спокойно пользоваться газом. Запуск программы позволил жителям населенных пунктов Подмосковья не платить за подведение топлива к участку. Вопрос очень своевременный, актуальный. Люди ждут газа, люди хотят жить в хороших, нормальных условиях, в тепле, с водой, со светом и, конечно, с газом. И очень много желающих молодых семей, которые хотят жить на родной земле. Особенно мы это чувствуем в зимний период, когда приходится отапливаться исключительно электричеством. Но это немножечко бьет по нашему семейному бюджету. Сегодня благодаря этой программе происходит возврат людей на свою землю. Ведь это доступный способ обеспечить жилье теплом. А жить в собственном доме мечтают многие. Я проживаю в село Усадище, улица Нагорная. Это вновь образованная улица. Значит, нам там дали участки как многодетная семья. Значит, там проживают заслуженные учителя, врачи и многодетные семьи. Вот. Президентская программа, как бы она нам облегчит, как бы участь, чтобы был газ. Потому что кто топится твердым топливом, кто электричеством. Очередные метры газовой трубы прокладывают дорогу в развитое будущее. У тысяч воскресенцев уже распустились синие цветы голубого топлива на кухнях. А к 2030 году газ должен прийти во все населенные пункты страны, где это технически возможно. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов, новости Искровект.